А сейчас мы хотим представить нашу замечательную, неповторимую и очень увлекательную пару – Геннадий и Зинаиду. 1970 год, село Кульбаба. Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Господи, да что с ним? Ну что, мадама, как тебя зовут? Зина. А тебя как? Гена. Гена? Какое красивое имя! Ну что, Зина, пошли на дискотеку? Ну го! Вот так вот и познакомилась наша пара. Кто бы мог